Хочу рассказать про концепцию голубых и алых океанов. Кто не знает, это такая концепция в бизнесе, когда алый океан представлен как рынок, на котором очень много конкурентов, и которые жрут друг друга за прибыль. И вода этого океана оказывается в красный цвет, он алый, он очень агрессивный, очень тяжелый, очень сложный. Большинство компаний работают на таких рынках. Но есть голубые океаны, это океаны, где нет конкуренции, которые, они такие первооткрывательские, то есть ты заходишь, а там никого нет, да, есть только мелкая рыбешка, которую можно слопать, но хищник ты там один, большая рыба, да, и пока другие туда не придут, ты там можешь хозяйничать. Так вот, я всегда был поклонником голубых океанов, начиная с 3-9, я всегда стремился туда, где никого нет, где нет конкуренции, потому что это намного выгоднее с точки зрения маркетинга, инвестиций, заходить туда, где никого нет, и занимать рынок сразу. Вот. И сейчас, когда я, бегая на Комсомольском озере, увидел очень большое количество бегунов, и многие бегали неправильно, наступая на пятку, и у многих были тейпы на ногах затеплены, то есть понимая, что у людей были проблемы с коленями, я вдруг понял, что, сделав устройство, которое помогает бегунам защититься от травм, помогает не калечиться и бегать долго и счастливо, мы можем открыть новый большой голубой океан бизнеса, который заботится именно о здоровье бегуна. Не о его скорости, не о его перформансе, не экономичности бега, не суперрезультаты, а просто, чтобы человек, который занимается спортом, был здоров. Мы изучили рынок, и оказалось, что это голубой океан, в который мы сейчас будем входить с нашим Ахиллом, и надеемся, сможем расширить его очень сильно, для того, чтобы как можно больше людей в мире бегало правильно и не калечило свои колени и спины.